Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 327 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте. Определите основную мысль описания. Как выглядят в заснеженном лесу кусты, куча хвороста, пень, ветви елей? Какие слова и словосочетания помогают автору создать необычную картину леса в снегу? Определите стиль текста. Давайте прочитаем. Красив лес в снегу. Жалкий кустик, в своем обычном виде похожий на растрепанный веник, напоминает тут силой вырвавшийся из-под запорошенной земли взрыв. Куча полусгнившего хвороста, загромоздившая крошечную полянку, похожа на перепутанное кружево, сплетенное рукой великана. Пень выглядывает из-под тучной челмы. Еловые лапы, если приглядеться, каждая имеет свою физиономию. Прямо в глаза строят немые смешные рожи. Все необычно, с роскошью до безрассудства, с излишеством через край, со щедростью до отупения. Давайте определим основную мысль описания. Лес в снегу красив и необычен. Далее нужно ответить на вопрос, как выглядят в заснеженном лесу кусты. Кусты у нас жалкие, но выглядят нам, напоминают взрыв нам. Хворост у нас полусгнивший и похож он на перепутанное кружево. Пень у нас выглядывает из-под тучной чалмы, а ветви еловые имеют свою физиономию и строят смешные рожи. Какие слова и словосочетания помогают автору создать необычную картину леса в снегу? Давайте найдем. Вырвавшийся взрыв. Перепутанное кружево, сплетенное рукой великана, тучные чалмы, немые смешные рожи. Теперь определим стиль текста. Это художественный стиль. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.